у нас один соперник и 9 километров. Прокатимся уже. И у нас реально портится погодка. Южная запорожная станция. И пора уже заехать поменять машинку. Мы еще не катались на Aston Martin, и пора уже прокатиться. Управление непросто. И, наверное, возьмем спортивный. И черного цвета. Ну что, прокатимся, 8 километров, и у нас соперник уехал довольно далеко. Такие большие фуры на встречке, это реально опасно. Если кто-то врежется, он реально проиграет. Осталось 7 километров. Так, он свернул налево. Хорошо, поехали прямо по асфальту, возможно, я даже и вперед проеду. Практически 300 км в час без турбо. Это реально хорошо. Такой приятный поворотик. И вижу соперника. И мы просто выезжаем по прямой. Ух, хо-хо, мы реально сделали. А там будет опасно, встречки будет. Так, надо еще сократить. Хорошо, сокращаем. Он поехал уже по кругу, а мы сократим здесь. Осталось 4 км. И, в принципе, он неплохо едет. Прямо позади нас. Ох, нужно его подрезать было. Откуда все-таки подрезали его? Но он еще не отстает. Реально очень опасно, особенно в гору ехать. Ух, да, о чем я и говорю. Как маневрируем-то? Маленько подтолкнем. Жесть. Какие скорости бешеные. Есть кто-то врежется. Реально над фуры пролетели. Это довольно найс. Ух, хо-хо. Вот это красота была, друзья. Походу мы все-таки его сделали. Осталось 1,5 километра. И я уже не вижу на карте. Спокойно доедем. О, в гору едем, не вижу, что происходит на встречке. Все, найс. 600 метров остается. 400 метров. В пригороде Чикаго, друзья, 10 километров, у нас 5 позиций. Прокатимся уже. Я чувствую запах преступности. Чикаго, я уже практически рядом. Довольно неплохой дрифт получился. Управление реально очень сложно. 66-й, я тебя все-таки догоню. Будет резкий поворот, можно будет на дрифте набрать нитро. Ух, он неплохо. Вижу двоих соперников. И осталось 8 километров. Минус 66 мы уже сделали. Можно было сохранить. Хорошо, пока рядом с ребятишками. А если что, красиво их подрежем. И можно сократить. Ну хорошо, поехали сюда уже. Посмотрим, насколько мы сократим путь наш. Можно еще скрутить. Хорошо, поехали сюда уже. Солнце прямо в глаза и реально ничего не вижу. Походу проезжаем кукурузу. Интересно, каким уже выйду из этой кукурузы. Ровно 5 километров все это. И не бывает соперника. Вот туда красиво вылетаем на трассу. Да, осталось 2 соперника и 4,5 километра. Красивые яблони какие. И можно еще скрыть впереди, вижу. Прям через амбар, солнце прямо в глаза, реально не вижу. Осталось 4 километра, и мы сделали двоих соперников. Вот так выезжаем красиво. Хо-хо, промчались просто обалдеть. Мы на первом месте, и в принципе даже очень неплохо. Осталось 3 километра, и соперник практически сзади меня. Чувствую двигатель. Осталось ровно 2 километра. Ровно 2 километра и уже финиш будет. Какие неудобные-то повороты у нас. И можно даже сократить.
буду очень даже хорошо. Я проводился по ворот. Осталось 700 метров. Жду тебя. Ну, финиш, друзья. 500 метров и уже финиш.